Рэнди, ты уходить хочешь? Алло. Меня слышно? Да. Да, слышно, да. Я просто отвечаю в ПМ. Да там кого-то срочно. Иди, чем почему все заменит. Будет ЕП. Просто минус два. Не надо, чтобы Тимыч заходил. Зайдет пианист и у меня покупатель. Может? Не надо Тимыч. Нет. Ну один слот под пианиста и у меня покупатель зайдет. Что покупают за вопрос? Кольцо убильное. Зайдите подальше, чтобы их не пугать. Чё, больше раз? Пульнул. А если бы второй пульнулся, а вот и второй пульнулся. Сейчас, подожди, пианист. Глора, сможешь еще вперед пройти? А, нет. Право, бейте, он опасный. Я тут на пути АФКаша встретил. Сказал АФКаша. Я вот разруливал, сейчас вот добираете. Ты там хп потихоньку кидай и иди дальше. Да, можешь лаку еще накинуть. Сразу задвигались, понял. Значит, намеренно слакают. Стойте на месте. О, раки. Я еще убилец. Мертвый бубы. Скажи, что есть хождение по воде. Химон, это блин. Кислый лута небольшого, пожалуйста. Это кто спрашивал? Еще раз уточню на всякий случай. Точно никому не нужно. Спасибо. Стой. А такое же вроде же... Да, вчера с келя падало. С келя, да. Его только коник рулил. Оно разве отсюда падает? Подбегайте, да. Подбегайте, ребята. Следующего буду грипать, давайте быстрее. Бегай. Вам. Точно грипать? Да, надо. И молодцы.
шкаф, Талин, поставь. Ну, постоянный покупатель. Нет, здесь 3 танка. Ты 2 слева, я 2 справа. Это не с кого. А, я не зашел, тогда в кота. Юрий, надо в рейд пустить? Да. Сила бездны, тогда тебе надо паузу сделать. Возьмите каску, пожалуйста, по шаману. И тут тоже. Скажи, чтобы он котом Юрий бил просто трэш. Да, сейчас, подожди, это я метки выпускал. Где? Серьезно, уже как бы время. Вот крест и череп нам вот этот вот, совсем не нужен. Я для Йори, чтобы он случайно не переогрел босс. Пускай полежит в сторонке и все. Жмите портал. И мы пугу в тактике учить будем. Лишний ДПС тебе не помешает. Потом за счет поехали. Адмирал, опять что-то жуешь? Все готовы. Геру дайте. Ты с какой стороны трешного ушла, вы слева? Место звезды. Я на цей поставил же. Первый жук. Кто быть? Перевожу аккуратнее. Забейте трэш. Так, перевожу аккуратнее. Хорошо, вообще легко идет.
это, видимо. Трэш активнее. 4 моба сегодня. Угу, сейчас уже через 6 секунд 30 стоп. Двадцать пять. Три. Можем. Глушение. Так, нас угрожает. Оглушение. Сосудочек рефорс за ним на фул 80%. Переложим. Похоже. Это кольцо или нет? Нет, ему другое нужно было. Что не могу это использовать. Адмирал. Что? Да. Как могут напульсники Хиловски? Нахолика. У меня сейчас дух крит. На... Хил, хил, какая разница, какой хил. Ну, я просто нажал, за ГП брать не буду. Ну, там Монаро 78-30. Ну, вот тем более. Тем более, что с этого, с как его, с Солара, в Воки ХМ падает дух крит 284.
Я нарастаю пока метки, пока ты расчистить будем. Сейчас. Село Бездна-то тут? Шкаф ставлю, поставьте со мной, кто не боится. Осторожно, не кило уже. Клило? А не кило, да. Не заметил. Все живы же, какие-то. На удивление, Элбрал живой. Ну вот видишь. Бездна к тебе пришел? Молодец. Да, он тут все. Можете его кинуть, теперь упасть, может, еще стоит. Пока нельзя. Давайте пока расчистим сразу. Метеола череп. Простя крестик. Элбрил. Элбрил полумесяц, адмирал квадрат. И Полина, ты в трусах. Дальше РДД зона. Фарада. Фарада Луна. Хисаями крестик. Кирсгорн череп. Планета в квадратике. Сила бездны в трусах. Если ты как обычно станешь в апельсине, я стану в трусах. Дальше ханты получается. Бабл череп. Мозер квадратик и Артемия. Между Луной и трусами станешь. Примерно. Там нормально будешь и там настреливать. Дальше милики. Войд трусы. Редвар череп. Монород луна. Вага крестик. И раздавака квадратик. Получается. Все, и сила бездна тебя назначила или нет? Гречка. Окей. Гречка? Ну, пускай стоит. Нет, ну я думаю, пускай в трусах. Частенько выходит. Все, локов не привязывал там. Там можете встать напротив. Ну, типа, один... Да будет... мы разобрались уже, все нормально. Ну, все, да. Ставлю рыбу. Че по хилам? Че, блин? Подожди, по хилам, а Элбрил, ты в луне. Хорошо. Гвардейцев, если где-то вылезут не там, где надо, она... А, так, не забыл. Эрдвар, Полина, адмирал. Маннер Генни. Чего, Маннер Генни? Окей. Редвар. Скажешь, как будешь готова? Уже. Да я чё? Да, сможешь сейчас на локов метки поставить? Зачем Геру дали? Зачем? Это не я. Шаманы, запомните, Гера только по команде. Боссы по-разному требуют. Ромбик,
печенье кидать. Вы вчера поменяли там? Да, я фривод поставил. Ты себе вчера, кстати, побили полчаса еще РТ. Сегодня не пришлось бы задерживаться. Ты скиньте, пожалуйста. Мы вчера вроде бы разошлись 10 дней. Нет, полчаса. Все, мы говорим в один квартал РУ. Я не думал, что сегодня так долго летел. Ну, блин, как долго. И так вроде быстро. Ну, как мы. Все, фаза. Анонсами не флакайте только в пизде. Крест, крест. Монетку там ищите, монетки кидайте. Вы меня да, гвардейцы забери. Заберите. Вон, я дал по нему талант, он, блядь, все равно не хуй. Не самому мозг. Урон прошел, блядь. Не могу сказать почему, но правильно клона. Ну там кинуть. Урон бей. Ты отстаньте в катализатор. А, в трусах. Трусы. Ромбик. Почему мы народу, блять, ромбик укинь? Луна. Вагу прохил. В ромб кините. Это кто там есть под ним? Возле. Метеола, подними вагабонда. Один на этот генератор остался. Она в другом конце комнаты. В другом? Сейчас бегаю. Гвардеец. Трусы. Аккуратно выбрал я не так вот и все. Трусах. Три. Салим, я портнусь в середину под босса почти. В девку киньте. На траве стою. Артемия. Доларус тебе.
Закрыли. Самурай. Нурглета просил. Монорад подними. Поднимаю, я фу. РДД по скатам. Фарада срываешь. Блин, дайте фридом одну хлебу. Ската. Дайте БР, чтобы не бежал. Монород, подними Радвара. Миш скинется, если что. Нет? Ну пока нормально, он не обгонит. У него 130, он надо 120. Но я пока не догоню его. Скаты. Скаты. РДД лужа аккуратно. Адмирал. Жон. Накручиваю. Скаты. Ката. Ката. Добивать этих двух полбосса. Сейчас кину вот кислый. Там на Локова ага падали и на ДК, по-моему, нет. А, на Паладина, он разбойник, да? Ой, шаман. Паладиновских не было. Я запомнил, что Локовский точно будет. Ну танк что? А, промазал. Тебя полезно.
уже в армянской. .389 пианист или 1167? Звук. Алло. Второе значение. 300. Это же не offhand, это, блядь, это третье, как у меня манускрипт. А это на рублет, который ты, Петя, он на оспек забрал? На мой. На мой. Какая хорошая пуха, но за ГП не буду. Может, шаманчик возьмет. Зачем тебе такая пуха, Полин? На долгие бои. Монород больше СПД делаешь и все. Тереноска слишком больше СПД дает. Мне кажется, нет. Первого не актуально. Тридцатка. Нормальный портал поставь, ставишь. Я твой известный портал уже два раза ставил, ты все убегаешь. Это Долоран видел. Воронка! В единственном экземпляре. Да. За все сильные штуки. Леки вручную разрываю. Так, на помой инспекту.